первое чувство, что сейчас сдохнешь просто, прям здесь ляжешь, как корова на убое или бык. Я здесь не ради денег, и вес не первичен. Самая главная цель – это втянуться в спорт. Остальное все вторично. Сегодня у нас первое занятие, и на первом занятии вспоминается мое любимое блюдо. Это жареная картошка с селедкой. Уже задумываешься, стоит ее кушать или не стоит ее кушать, особенно по ночам. Первое занятие нравится очень, но сложно. Возникает в голове один вопрос, зачем нужно было столько жрать, чтобы потом так себя изнурять.